предлагаю приготовить горбушу в грибном соусе. Рыба получается нежная, сочная и ароматная. Такое блюдо можно подать не только к семейному ужину, но и на праздничный стол. Такую рыбку можно подать как самостоятельно, так и с любым гарниром. Идеально подойдет рис или картофельное пюре. Грибы можно взять любые, как свежие, так и замороженные. В любом случае получается необыкновенно аппетитно. Рыбка получается очень вкусная и сочная. Попробуйте. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте все ингредиенты. Горбушу очистите, удалите внутренности, отрежьте голову, хвост, плавники и промойте разделанную тушку под проточной водой, нарежьте на стейки, слегка посолите, поперчите и сбрызните соком лимона, оставьте мариноваться на 15-20 минут. Лук нарежьте кубиками и обжарьте на сливочном масле до мягкости. Затем добавьте грибы, у меня замороженные шампиньоны, я просто их разморозила и добавила в сковороду. Если готовите со свежими лесными грибами, то предварительно отварите их в воде в течение 20 минут, жарьте содержимое сковороды до готовности грибов. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Затем добавьте муку, быстро перемешайте и тонкой струйкой влейте сливки. Добавьте соль по вкусу, доведите соус до кипения и сразу снимите с плиты. Стейки горбуши обваляйте со всех сторон в муке. Обжарьте на сковороде со всех сторон до золотистого цвета. Полейте каждый кусочек рыбы грибным соусом, затем вылейте в сковороду весь оставшийся соус, накройте крышкой и на небольшом огне прогрейте все вместе в течение 15 минут. Готовую горбушу в грибном соусе подаем в горячем виде, как с гарниром, так и самостоятельно. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей! Теперь о составе нашего блюда. Горбуша 1 штука, 1-2-1-3 кг. Грибы 250 грамм. Лук 1 штука. Сливки 400 мл. Сливочное масло 30 грамм. Мука 1 столовая ложка, дополнительно для панировки. Сок лимона 2 столовые ложки. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Количество порций 6-8. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Удачного дня!